Ты разворошил осиное гнездо, Тайлер. Дом суетится, дай боже. А ты ведь знаешь, что делают, когда соперник показал слабую сторону? Оставляют его ни с чем. Пора сразиться с командами дома. Именно так. Осталось всего три. Однопроцентники, алмазный квартал и висковая компания. Но учти, будет трудно. Навары их крепко в кулаке держат. Мы справимся. Надеюсь, ты уже почти на бандитской гонке, Тайлер. Так держать. Соблюдайте ограничение скорости. Купились. С вами куратор. Я советую гнать так, будто от этого зависит ваша свобода. Ведь так оно и есть. Друзья, на улицах идет настоящая война. И, по крайней мере, сейчас Тайлер Морган и его команда побеждают. Пока они пытаются занять место Сильвер Рока в бандитской гонке, другие команды отдают дань уважения своему новому чемпиону. Битва не окончена. Дом давит всех в Даунтауне, чтобы вывести на гонку своего чемпиона. Не сомневайтесь, эти команды верны своим на все 100. А как насчет тебя, друг? На чьей ты стороне? Здесь не выйдет держать нейтралитет. Увидимся на улицах. Начинаем через 3, 2, 1. Дамы и господа, вы ее знаете, вы ее любите. Это Наталья Нова. И вместе с ней, как обычно, лучший из лучших клуб однопроцентников. Боже мой, это ты. Нова. Мы знакомы? Фу, нет. Я бы к твоему ведру и близко не подошла. Ох. Можно же общаться вежливо. Я не буду вежливой с нулями без палочек, которые ломают мне весь кайф. Но вообще я тебя ждала. Тебя и твою скучную команду. И для тебя я сверхнова. Покажи ему, что он мусор. Надеюсь, будет она лучше, чем Ники выбирает. 4,5 миллиона подписчиков с тобой поспорят.
больно! Черт возьми! Не догонишь! Все, ребята, время у вас на исходе. Ну и кто там мусор? Ты победил? Я не смотрела просто. В чем дело вообще? Дело в том, что мне надоело, что каждая шайка неудачников с комплексом героя считает себя какими-то особенными. Сначала этот Гайо был, или как его там, а теперь ты. Ну, кто бы говорил. Ты вчерашний день, и это тебя беспокоит. Только и всего. Ты знаешь, что путь на бандитскую гонку лежит через меня. Я тебе говорю, у нас такие тачки, что к этой гонке тебе путь заказан. Добрались с тобой, королева Наталья? Для тебя, простолюдин, она сверхнова. А вообще странно все это. Не понимаю я, что там такое? Да ничего там странного, Тай. Просто богатеньким скучно стало. Так и есть. Но гоняют они мощно. Кроме шуток. Будто профессионалы за рулем. Да еще и то, что сказала Наталья. Не знаю, наверное, заморачиваюсь. Нет, Тай, ты не из таких. Будь начеку. Ты меня заинтриговал.